Что, ребята, мне кажется, я каждый новый влог буду начинать с распаковок того, что мы купили. В общем, ну, что ты поделаешь. Такие вот у нас закупки частенько сейчас бывают. Взяли картошки, я взяла побольше, потому что у меня скоро день рождения у мужа. И буду делать оливье. Взяла морковь, сейчас, кстати, буду делать в мультиварке, у меня вот она стоит. Буду делать плов, часто там делаю, чеснок, горошек, морковь. По-корейски буду делать... Рулет, кстати, какой рулет у меня есть в рецептах шортс, можете посмотреть, с морковкой по-корейски, я даже там его дегустировала. Ну, лук, естественно. Так, взяла рис вот такой, что-то нормально в рис не, заш... ну, не нашла, попробую вот такой рис сделать для плова, беру обычно пропаренный. Чевапчи взяла, бургер, соус и барбекю, попробую, взяла вот такой супер острый кетчуп, филе куриное, бедра. Буду с чесноком запекать хлебушек. И все, такая закупочка. Слушайте, ну, этим рецептом я как бы крайне довольна. В этот раз я сделала, как прочитала, рис обжарила, промыла. И, в общем, очень здорово получилось. У меня запотевает камера. Но он прям рассыпчатый получился. В этот раз на курице делала, очень вкусно. Ребят, у меня тут приготовления полным ходом идут к мужу дню рождения. Вот сварила пюре, потом у меня будет курица с чесноком. Сделала вот такое пюре. Слушайте, какое вкусное морковное пюре. Это просто бомба. Вот реально. У меня здесь получается 3 морковки средние. И добавила еще 2 картошки. Это очень вкусно. Со сливочным маслом просто бомба. Пушка, гонка. Вот. Ну что, я тут как обычно кулинарю. Значит, делаю блинчики на молоке у меня. Рецепт я вам напишу вот здесь вот, что и чего я добавляла. Рецепт всегда по-разному делаю, что-то плюс-минус больше, что-то меньше. Вот, смотрите, сами граммовки. Вот, чуть-чуть все попачкала, надо повытирать тоже. Вот, так что буду сейчас блинчики жарить. Ну и вот, по моему рецепту первый блин не комом. Вот такой красавчик получился, я уже его понадгрызала, попробовала на вкус. Вкуснятина. Так что вот получаются очень клевые блинчики. Сейчас он подпечется немножко еще и можно переворачивать. И вот такой румяный красавчик получается. Так что классно. Пробуйте по моему рецепту, готовьте, очень вкусно. Это мне именно для блинов сковородочка, очень хорошая. Ничего не пригорает, один раз масло налила и все. Ну что, выпала я из колеи, наготавливаю тут еды, в общем, делаю мясо с картошкой, обжариваю, сейчас покажу, что купила. Ребята, это у нас 700 рублей, смотрите, взяла 3 килограмма картошки, значит, по-моему, 50 с чем-то рублей стоило. 142 рубля вот такие шампиньоны, уже резанные, замороженные, так как они мне все равно нужны для того, чтобы их обжаривать, тушить, поэтому такие взяла. Попробовала, взяла вот такой чокопай с крепыши, интересная такая серия. Посмотрим, кстати, что там за скрепыши. Тортилью взяла, хочу сейчас сделать с вот такой шинкой. Вот, для мясной тарелки тут написано. Макарошки уже говорила, сметанный соус и картошку хочу с кофе или с чаем все съесть. Обожаю картошку. Хоть как-то себя порадовать, что настроения вообще нет, если честно. Давайте посмотрим, кстати, что тут в скрепышах. Я думала, что в этой упаковке будут скрепыши. Вот. Но здесь ничего нету. 6 штучек тут. Вот. Ну ладно, фиг с ним. Буду делать сейчас тортильи. Хочу себе завернуть, поджарить. Люблю вот такие сырные. Вот, и доготавливать буду картошку с мясом. Кстати, выставила мукбанг. Так что заходите, смотрите. Последнее видео. Мне там машинка стирает, поэтому очень громко. Вот, тут мои бублики сидят. Вот мой, который болеет сейчас, котик. Вот. Мы его лечим, конечно, вообще. Прям... Устали уже, если честно. Ну вот, он пришел жрать, просит. Активничает понемножку. Но на таблетках сейчас такой вяленький. В общем, мы много чего сегодня накупили. У меня там новости на фоне идут. Делаю сейчас шаверму. Вот такую лапшу с курицей взяли попробовать. Курица цезарь какая-то. Взяли такую интересную раскраску. Взяли... Ну, ММДМС, кефирчик, грибы, сметану. На судочки на рыбалку ходим. Вот такую взяла попробовать бурда с сыром. Говорят, она острая. Вот посмотрим. Здесь типа куриная, короче, сырная. Вот очень интересно будет ее попробовать. Так что вот так готовлю потихоньку.
Ребят, взяла я попробовать булдак с сыром. Конечно, кроме остроты, никакого сыра я там не почувствовала. Высыпали мы, вылили, точнее, весь пакетик. Это жесть была полная. Вот, но вкусно, в принципе. Кто любит острое, вот. Да мне кажется, даже кто очень любит острое, тому зайдет. Кто просто чуть-чуть любит побаловаться, тому, конечно, будет очень остро, совсем прям. Вот, ну так один раз попробовать можно. Что, ребята, я тут наготавливаю еду. Все, хочу мясо по-французски приготовить. И у меня здесь шницели обжариваются. Вот, я заказала помидорки. Хочу чаще заварить помидорки. Вот такой виноград взяла, чокопай, гель для душа, зубную пасту, кофе 3 в 1 все взяла. Острый соус, огурчики. И хочу цветную капусту сделать суп-пюре. Совсем с КЧР, с Карачаево-Черкесии. Привезли такие чаи, прикольный император. И... Красавец называется. Слушайте, какие вкусные, ароматные. Я сейчас хочу заварить. Эксперименты не заканчиваются. В этот раз я сделала с цветной капусты пюре. Добавила сюда сыр, молоко. Слушайте, очень вкусно получается. Вот наш товарищ отдыхает. Ему уже получше, слава богу. У меня, кстати, там сзади плед лежит. Очень дует сок. Она, малой кот, все время ложится, хочет полежать. Я ему не даю этого сделать. Хотела, пока готовлю, сказать по поводу того, что, кстати, сзади славяновская. Пью сейчас ее лечебненькая. Хотела, я в таком видоне тоже сейчас пока готовлю, жарко здесь. Хотела сказать по поводу того, что некоторые вот комментарии у меня были, что вот, ну, снимает каждый там всякую ерунду и прочее. Народ, вы сначала это попробуйте снять, смонтировать, выложить, найти, как что рассказать, подобрать слова. Понимаете, вот все так со стороны смотрят, для них так все легко кажется, хотя сами никогда в жизни не пытались ничего снять, даже и фрагмента. Вот, поэтому прежде чем кого-то осуждать или прежде чем говорить какие-то гадости, подумайте 1000 раз, потому что все это возвращается, запомните. В жизни бумеранг никто не отменял. Ну, не будем о грустном, это так, небольшое отступление. Вот. Короче, наготавливаю, жарко, здесь вообще невыносимо просто. Идет какой-то фильм, называется «Мой мальчик». Никогда такой не смотрела. У меня, походу, там уже потихоньку вытекает водичка с мяса по-французски. Вот. Буду, короче, дальше наготавливать. Приготовила еще шницели. Вот. Ну что, наготовила я мясо по-французски. У меня все бурлит, кипит. Сейчас будем садиться ужинать. Ой, обожаю. Наготовила перцев. Сейчас хочу сделать зажарочку. Хочу сейчас поставить их вариться. Вот сейчас хорошие перцы ласточка идут. Вот, так что будет вкусняшка.